Это не я, спасибо. Ура! Пошел нахуй. Я же... А, бля! Да все, ебать, ну так... Сука, ты мне попадешься еще, блядь. Раз, это у него заела рука. А ты специально. Я тоже. Ты намерен. Я один раз нажал, где палец занемел, блядь. Я не мог его... Хули он ржет, блядь, так что? Не знаю. У меня ключ. Прикрывается ключ. Возьми. О, блядь! А типа, блядь, ну хуй с ним. Хорош. Я в шапке хоть, блядь. Ну, вы, а потом... Вы дураки, да? Да похуй, блядь. Купальный сезон открыт, значит, что нам получается на море нельзя? На Кубань даже нельзя выйти. Нас за все ебут, штрафуют. А, ты еще первый, который, да? Самый первый уже. Да. А? Я думал, там нихуя нет. В бутылке? Я тоже думал, там чуть-чуть. А там литр, блядь. Какой литр? Там все осталось, блядь. Литра два. О, ну это нормально. Фу, воняет вода, видимо, состоялась. Ну это не... Давай, иди, полируй. Слушай, ну помыл, вроде нету таких царапин. Да. Бедова. Вон, гля. Вот, вот. А там видел? А это. А вот, а вот. А вот, смотри. А вот, ебать. А вот это. Вот это. Я не знаю. В общем, ситуация такая. Мать, владелица этого Porsche Panamera, оставила своего сына с папой. Да, для того, чтобы он за ним следил во время того, пока она пошла в магазин. По итогу ее возвращения с магазина, она обнаруживает некие недочеты и нож у писюна, блядь, в руках. И получается вот что. Вся машина имеет вот такие дефекты, блядь, по всему кузову. Вот. Крестики-нолики. Интересно, он с папой в крестики-нолики играл или сам? Видно, да? Ножом. Поножовщина. Вандализм. Вот так. Вся машина. Получается, ни одной детали не осталось целой. А? Да. Да, это старый. Нравится? Мне вообще ненавижу Porsche Panamera, Cayenne, вот эта вот панель, меня просто... Мне нравится. Мне не нравится. Мне единственное из Porsche, что 911 нравится. Ну, хуя, ебать, этот самолет не нравится. Как-то ну, чересчур, мне кажется. Здесь не хватает, тут много, если бы они были... Это вообще... комплектация просто не самая... Да, я понял, руль даже как у меня на руле только кнопок больше, чем здесь. Да, здесь только переключение. Ну, правильно, чтобы не отвлекаться от вождения. Хотя здесь просто... Трехлитровый, наверное, мотор дизельный. Хорошо, еще до крыши не дорос, пацан. Не поцарапал крышу. Мокро, влажно как бы. Да, и влажность повышенная. Блять, ну кепка спасла.